Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня пятница, 7 часов вечера, и мы начинаем очередной розыгрыш призов от газеты «Нарва». Сегодня третьим призом у нас является семейные обеды в Нарва-центре «Бистро» на семью из 4 человек на воскресенье. Вторым призом у нас является семейные обеды на семью из 3 человек на субботу в Нарва-центре «Бистро». И главным призом у нас являются бокалы под пиво. Так, начинаем розыгрыш нашего третьего приза. Семейные обеды на семью из 3 человек в Нарва-центре «Бистро» на воскресенье. И третий приз у нас получает Евсеева Надежда по адресу Кириса 15. Поздравляем вас, Надежда. Второй приз – семейный обед в Нарва-центре «Бистро» на субботу на семью из 3 человек у нас получает Крикова Клавдия по адресу Тимона, 14. Поздравляем вас, Клавдия. И, наконец, главный приз – бокалы под пиво. У нас достаются Петровой Кристине по адресу Раквери, 36. Поздравляем вас, Кристина. Наш розыгрыш вы можете посмотреть на нашем сайте www.narvaleg.eu. Свои призы вы можете забрать в редакции газеты «Нарва» по адресу Кангеласты 2, 24 офис, 2 этаж. Всего вам доброго, до свидания.